Идете вы такой на любимый сайт, а тут опа! Требуется внимание, один последний шаг, введите капчу. Это че еще за хуета? Вирус? Прокрутим страницу вниз и увидим, что она сгенерирована сервисом Cloudflare. Cloudflare – это такой облачный хостинг, который предоставляет одну интересную фишку – CDN – Content Delivery Network – сеть доставки контента. Это помогает в защите сайта от всяких разных атак. Я, например, раньше в качестве DNS использовал FreeDNS от Namecheap. Но с обычным DNS проблема в том, что она привязывает ваше доменное имя к какому-то одному определенному IP-сервера. Когда на этот самый IP идет, например, DDoS-атака, сервер в качестве защитной меры автоматически меняет IP-адрес. Если вы используете DNS на хостинге, то, как правило, поменяется и он. А если сторонний, как в моем случае, ваш сайт станет недоступен, так как FreeDNS ничего не знает о сменившемся IP. Cloudflare удается преодолеть это ограничение, и они привязывают домен к серверу не по IP-адресу, а по DNS имени. Ну, хостинг, как правило, дает вашему сайту технический субдомен, вот к нему и можно привязать ваш основной адрес сайта. Самое забавное, что тот самый Namecheap и сам использует Cloudflare для своего сайта. Помимо этого, Cloudflare предоставляет еще целую кучу сервисов по кэшированию и оптимизации трафика, так что доступ к вашему сайту становится супер быстрым. К сожалению, для моего домена их пришлось отключить, так как через пару месяцев они начали глючить и сайт перестал отображаться вообще. Так вот, данная страница – один из элементов той самой защиты. По моему опыту, она срабатывает, когда я выхожу на сайты либо через Yota Modem, либо через IP, не характерный для данного сайта страны, ну, например, на русский сайт с IP какой-нибудь азиатской жопы мира. Система воспринимает это как угрозу, так как с подобных IP часто и происходят DDoS-атаки ботнетами и просит вас подтвердить, что вы не робот. Смело вводим капчу и переходим на желанный сайт.